Thank you.
бункер Сталина и винные погреба. Винный подвал, бункер Сталина у Юсуповского дворца. Спускаемся в бункер. Он был рассчитан на большие бомбардировки. Отделан деревом. Группа спускается сюда на глубину. Такие вот огромные помещения. Освещение есть. Надо же. Удалось добраться даже до сталинского бункера. Сегодня там все нам открыто. Вот если комнаты заходите, осматривали по стенам. Стены мокрые. Кабинет, столовая, все было в деле. Абсолютно все. Три помещения. Кабинет, столовая и спальня. Ничего не менялось с засовами, замками, хоть и ржавая, но мощная. Их просто перегородили стеной, отгородили эту стену, отгородили ему. Еще одна дверь. Кабеля шли здесь, трубы, воздушная вытяжка. Но она, говорят, вышла из строя вскоре.